Комиссия, которая проконтролирует процесс приватизации коммунальной инфраструктуры Ноябрьска, создана. В ее состав вошли 5 народных избранников. Александр Хама, он же назначен председателем комиссии, Николай Шуневич, Сергей Антонюк, Семен Китаин и Елена Шаповалова. Соответствующий документ опубликован на сайте городской думы. Напомню, вопрос о включении в прогнозный план приватизации объектов коммунальной инфраструктуры Ноябрьска депутаты рассматривали на последнем заседании Думы. Планируется, что газовые, тепловые, электрические сети внесут в уставной капитал «Энергогаз Ноябрьска». Администрации города поручено разработать проект акционерного соглашения с ресурсоснабжающей компанией.